многие мясоеды до сих пор почему-то считают, что веганы питаются одной травой, ну, типа скучными овощами. Но посмотрите на эти пиццы. Это с колбасой и сыром, это с мясом и сыром. И колбаса, и сыр, и мясо не содержат в себе продуктов животного происхождения. И по вкусу это... Давайте попробуем. Белиссимо. Такая вот нежестокая пицца.